Я очень люблю сказки, а еще мне нравится рисовать. Я вам расскажу, а лучше нарисую историю про нас. Это наш детский садик. Когда мы были совсем маленькими, родители привели нас сюда. Здесь много моих друзей. Мы вместе играли, а потом выросли. Теперь мы совсем взрослые, и нам нужно собираться в школу. Вот так мы спешим в школу. Там столько всего интересного. Проходите к нам.
Горит огнями светлый зал, но грустно нам сейчас. Последний праздник наш настал, и мы поем для вас. Дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Дошкольный бал, наш первый вальс, танцуем мы сейчас. Yeah.
Детство, сплошь шумный двор, в плоти
котором волшебные сказки царят, в котором всем снятся волшебные сны. Если захочешь, не будет зимы. Волшебные сказки в саду обитают, и в сказках герои всегда оживают. Давайте сказку сейчас позовем, и сказку всегда с нетерпением ждем. Ребята, а вы хотите заглянуть в сказку, Гриша? В сказку? Это просто замечательно! Мы исполним ваше желание. Итак, где-то в тридевятом царстве, в славном государстве, дивный детский сад стоит, новых умников растит, тренирует обучает, все таланты замечает, личности детсад кует, знания крепкие дает. Ребята, вы догадались, как называется наш детский сад? Это наш любимый детский сад «Солнышко». Правильно. Конечно, это наш любимый детский сад. Скажите, пожалуйста, а с чем школьники ходят в школу? Спортивные. Для вас будущее учитель. Передал портфель, смотрите. В нем картинки и тетрадки. Интересные загадки. Там они лежат. Загадки. Вы загадки отгадайте, и задачки вы решаете. Вот сказок шелестят страницы, и кто-то в гости к нам стучится. Thank you.
Мы дошкольников сегодня провожаем в первый класс. А, веселитесь, значит, тут. Сейчас печально ведут. А внучок-то в лесу замурной у меня. Хоть совсем и не больной у меня. А вот портфель-то есть? А не дома у вас есть. Ты зачем Ега пугаешь? Веселиться всем мешаешь. Ой, ну так это я шутя. Портфель мне нужен, милочка. Внучок учиться хочет. А зачем тебе портфель? Да, зачем тебе портфель? Ну как? Ну учиться хочет, а как же без портфеля учиться пойдет? Ну так зови его сюда. В чем беда? Пусть с нами веселится, да и ты не будешь сердиться. Ой, это мигом, он у меня умный сидят. Вот без портфеля совсем и запутался. Ты бабуля позвала? Расскажи, как дела? Забыла мне портфель? Нет? Уйду скучать по дверь. Ой, ты, внучок, не ягозись, а с ребятами садись. Покажи свое умение. Может, им потом в учении пригодится, ведь учила тебя я. Баба Яга, что это значит? Покажи свое умение. Ты думаешь, наши дети ничего не умеют? Ты ошибаешься. Наши дети, хотя и не ходят еще в школу, зато они знают буквы и умеют читать. И сейчас они будут отгадывать интересные задачки. А задавать нам эти задачки будут профессором математики. Проверим, проверим. Я известно всем, что жить нельзя, но не сложить, не сосчитать, не разделить и не отнять. Математикам и двух царица, точно всех наук. Здесь вам нужно внимание, прилежность и старание. Уважаемый профессор, а наши ребята очень любят математику и уже многое о ней знают. Это мне легко проверить. Я задам вам математические задачки. Итак, ребята, и ты, наш дорогой Егусик, слушаем первую задачу. Ой, ну считать-то он нас так. Я поправлю, милок, что не так. Он задачки как орехи щелкает, просто как орехи. Ну, не бог не гора. Для меня не играть. Жили-были два зайца, поисков. Они очень любили морковку. Один съел три морковки, а второй съел на три больше. Сколько всего морковок съели зайцы? Егусик, скажи, пожалуйста, сколько? Шесть. Неправильно. Неправильно. Так, профессор говорит неправильно. Алексей, а сколько всего морковок? Девять. Правильно, профессор? Правильно. Правильно. Итак, ребята, слушаем вторую задачу. Егусик, сосредоточься, пожалуйста. Гулял волк по лесу и собирал цветочки. Кому подарить? Ну, конечно, красные шапочки. Две ромашки, два васильки, два колокольчика. Сколько всего цветов в букете? Четыре. Так, скажите, пожалуйста, Ярослав, сколько всего цветов? Шесть. Шесть, правильно? Правильно. Молодцы какие. А теперь мои задачки моих самых лучших учеников. Да, где же наши самые лучшие ученики? Выходите. Нет углов мне и похож на блюдце. Стола скачусь вдруг и давай себе просто треугольник. Неправильно. Треугольник? Как блюдце? А Лев, какая это фигура? Круг. Конечно, да, профессор? Правильно. Правильно. Следующая задача. Три ржины, три угла. Как зовут его, друзья? Круг. Неправильно. Леша, какая? Леша, какая фигура? Треугольник. Так, еще одна задача. Он знакомый давний мой, он бесровный и прямой. Все четыре стороны одинаковой длины. Вам его представить рад, а зовут его... Профессор. Ого! Аня, как зовут? Квадрат. Квадрат, конечно! Спасибо! Вот несчастье! Вот компот! Только отшлюпаю бутуз! Ой, все болит и болит! И внутри огнем горит! Я давно подозреваю,
музыкальных инструментов. Можно? Он у меня такой музыкальный. Музыкальную лесную школу. Хоть можно он тоже с вашими дедами поиграет? Софа и Семен, выходите. Сергей Рахманинов, итальянская полька. Я тебе говорю сперва, научись.
Знаю. Самое главное, важное слово. Тысячу раз говорить мы готовы. Учиться пойдем или в школе опять. Но с гордостью будем его повторять. Спасибо. Ой, ну такое. Чешет и умоет, принесет
справились без вас. Дружно жили в доме этом, были игры, слезы, смех. Добрым другом, теплым светом воспитатель старался. Руки вместе мы поднимем, не нужно им теперь слова воспитателя. Обнимем их любимых наших, бывает. Дети, заканчивается наш выпускной бал. И вот что хотели бы мы вам пожелать на прощание. Интересных вам уроков, умных, добрых педагогов. Переменок вам веселых, близкого за дома школы. Вкусных булочек в буфете, новых книжек нужных детям. Чтоб портфель легко носился. И чтоб садик не набрался. Очень люблю вас. И на прощание все спасибо дружно говорим. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
стараюсь не лениться, прочитать побольше книг, проявлять во всем старание, достигать всегда побед, интересных новых знаний и успешных школьных лет. Никогда не забывайте, вы свои друзья. И вас дух родной, солнышко, солнышко. Иди сюда. Иди. Иди, чувак, иди, чувак, иди. Все, моя тайна, все. Борзинский задник, как солнышко, останется в вашей памяти навсегда. И хотим сказать большое спасибо нашим дорогим воспитателям. Дорогая Ольга Викторовна и Татьяна Сергеевна, 5 лет назад вы привели вас такими маленькими, такими беспомощными. И все 5 лет мы оставляли их с вами, как с родными, в родном детском садике. Поэтому говорим вам большое спасибо. Уходя отсюда, вы дали нашим детям первую ступень знаний. Вы их вырастили. Спасибо за то, что научили их дружить, их любить, уважать, читать стихи, петь песни, танцевать. За то, что всегда были рядом. Конечно же, не только детей вы приютили, вы также приютили и родителей, потому что вместе с детьми к вам приходили и их родители. Поэтому спасибо вам большое, мы вас никогда не забудем. Конечно, желаю вам больших успехов в учебе и невероятных чудес в жизни. Хочется пожелать вам только счастливого детства, чтобы все ваши мечты сбывались, все-все, чтобы вы нашли новых друзей. Удачи, чтобы вас всю жизнь сопровождала. Счастливо вам дороги, любимые дети. Также на память вам будут вручаться ваши рисунки, которые вы рисовали, начиная с первой ясельной группы «Дом». Посмотрите, вот такие вот дипломы, подписанные с печатью, это документ. И маленький подарок, сертификат в магазин «Детский мир». Пойдете с родителями, купите, что захотите. Договорились? Итак, песни вместе с нами зажигай, звезды в небесах собирай, всех, кто хочет стать друзьями, и встречай звонкие голоса. Праздник счастливого детства, праздник, где песни живут, где собираются вместе и поют. Праздник на крыльях летевший снова позвал нас сюда. Здесь побеждает сильнейший, будет так всегда. Попевай лучшие песни вместе с нами, зажигай звезды в небесах, собирай всех, кто хочет стать друзьями, и встречай звонкие голоса. В зале царит вдохновение, праздник сегодня для всех, много труда и веселья.
Не бойся, не теряйся, музыка волшебной, наслаждайся смелей. Нам очень нравится песни веселей, давай споем ее вместе. Попевай, лучшие песни вместе с нами зажигай. Звезды в небесах собирай, всех, кто хочет стать друзьями. И